Ставь лайк за 3 секунды, и все твои желания сбудутся. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, а также Димка. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Арабский драг рейсинг» в GTA 5. Здорово, ребята. Итак, друзья, сегодня у нас угарный драг рейсинг в Арабских Эмиратах. И в чем правило, друзья, этого классного шоу? Прямо сейчас у нас есть 5 рядов, друзья, контейнеров. В каждом ряду у нас есть по 6 тачек, то есть по 6 контейнеров, где у нас скрываются какие-то прикольненькие тачки. И сегодня мы с Димкой будем выбирать по 3 тачки на команду и на этих тачках соревноваться в испытании Drag Racing. Но вы, по идее, должны как бы у нас спросить. Нас же, по идее, всего лишь двое. Откуда шестеро? Ребят, все очень просто. Да, у нас сегодня также есть боты, которые тоже будут кататься за нас в командах и пытаться побеждать. То есть, как бы, гонки будут 3 на 3. Ставьте лайк, собираем 4000 лайков, выходит новенькая серия по этому классненькому шоу. И, разумеется, не забывайте подписываться на канал и также подписывайтесь на телеграм, ссылочка в описании, ребята, находится. Итак, друзья, сегодня давайте мы прям с Димкой решим, кто из нас первым откроет себе контейнер, я или ты. Давай, думаю, ты, бро, открывай, так, иди спускайся, да, и выбирай себе. Открывай, сам откроешь или мне открытие контейнера, бро, давай выбирай. Давай, открывай себе контейнер номер 2, это Porsche. Первая твоя тачка на сегодня — это Porsche. Это неплохо, хорошо. Я выбираю себе тачку. Получается, контейнер 1, 3, 4, 5 или 6. Давайте контейнер номер 4 мы откроем. И там у нас Range Rover Velar, братан. Ну, как бы, по идее, неплохо. Слушай, ну, как бы, это тачки-то прикольники. И у меня, и у тебя. Но что будет дальше — это вопрос. Братишка, открывай. 1, 3, 4, 1, 3, 5, 6. Выбирай любой. Я выберу один. Открывай себе первый тогда сам. У тебя там... О, гелик, братишка, это жестко. Так, 3, 5, 6. Давайте открою себе крайний, шестой. Так, и там у нас... О, май, это же Rolls-Royce Cullinan, братишка. Серьезно? Это хорошо. Это жирненько, это круто. Итак, бро, выбирай себе последний. Я пятый тогда выбираю. Открывай себе пятый, давай. Тоже Rolls-Royce, но уже фантом, да? И я открываю себе третий, последний. Там у нас ламба. Итак, бро, прямо сейчас мы ставим тачки на стартовую линию и готовимся к нашему заезду, да. Итак, друзья, мы приготовились, и у нас сегодня есть подборка из тачек. Команда моя и команда Димки есть. Команда Димки — это, получается, тачки желтого цвета. Моя команда — тачки зеленого цвета. Итак, Димка, придумай название своей команде прямо сейчас. У меня будут маленькие крабососики. Маленькие крабососики? А у меня пускай будут маленькие проросшие кустики. Даже так вот, да? Короче, ребята, итак, в комментариях прямо сейчас пишите, какая тачка из этих вам нравится больше всего. Вот чисто ваше мнение. И в комментариях пока пишите, какие тачки нам поставить для новенького ролика по этой классной рубрике, друзья. Потому что все комментарии мы читаем, и опираясь на ваше мнение, мы такие тачки и ставим для новеньких роликов. Поэтому, братишка, мы запускаем ботов, и как только стартует один из ботов, мы стартуем с тобой. Поэтому, бро, я их запустил. Стартует один из них, стартуем, и мы поехали. Полетели. Так, давай. О, ну у меня так-то Rolls неплохой такой оказался, интересно. Так, на самом деле, так, ну... Блин, а вопрос, кто кого догонит или не догонит. Димка пока идет, Димка меня обходит на Rolls-Royce на своем фантоме, ладно. Но вопрос так, но... Слушай, ну интересненько, потому что, опять-таки, ребята, баллы мы записываем в зависимости от занятого места. То есть, как бы, первое место зарабатывает 6 баллов, потом 5, 4, 3, 2 и 1. Каждое место приносит дополнительный балл. Меня рейндж как бы обгоняет. Да, меня рейндж обгоняет, но как бы это моя команда, поэтому это не страшно. А вот там гелик догоняет, друзья. Друзья, гелик догоняет, но это уже не важно, потому что он не успеет, просто не успеет. Хорош, отлично. Гелик, а потом мой, да? Потом мой. Отлично. То есть получается, что Димка заработал 6 баллов, я 5, 4, ты 3, я еще 2 и ты 1, ребята. Балл видите на экране, это был первый раунд, ставьте лайки, а мы готовимся ко второму раунду, поехали.
Ну что, друзья, у нас впереди второй раунд. И теперь, получается, я открываю первым себе контейнер, один из шести. Давайте, пускай будет прям центральный номер три. Мы откроем прямо сейчас. И там у нас... BMW открывай, да, себе. У тебя это какая-то... Что там было такое? У тебя машина была и исчезла. Субару. Окей. Так, ладненько, я пока открываю себе 1, 2, 4, 5. Давайте, пускай будет один, друзья. Открываю себе первый, и там... прикольненький Мерседес. Так, пока, Димон, выбирай себе. Так, я пока отъезжаю. Так, выбирай себе контейнер, любой один. Формула какая-то, слушай, прикольная, да, у Димки? Итак, два последних, друзья, контейнера. 5 или 6. Давайте просто попытаемся как-то представить, что у нас здесь. Короче, я думаю, что в контейнере номер 5 тачка лучше. Не знаю, почему, мне так просто, ребята, кажется. Это Мерседес. Слушай. Блин, Мерс хороший. И то, по идее, неплохое, да? Итак, что получается у меня? У меня сегодня чисто подборка 2 Мерса и BMW. У Димки Мерс, Субару и еще также, ребята, у Димки есть Формула 1. Короче, тачки получили, давайте приготовимся к заезду. Ну что, друзья, мы продолжаем, и Диман сегодня поедет на Субару, а я поеду на Мерседесе. И также в моей команде сегодня еще есть, получается, BMW и еще Акула. А у Димки Формула 1 и Мерседес, друзья. Как вы думаете, какая тачка круче? В комментариях пока пишите, какую тачку лично вы хотели бы купить себе вообще в реальной жизни, да, ваша мечта. Ваша самая такая, прям желанная тачка, которую вы бы хотели себе купить. Итак, бро, я их запускаю, и как только стартует один из них, мы стартуем вместе с тобой. И... А что, на формуле ступил? На формуле сил ступил, он до сих пор не сел, слышишь? Это попадос. Да ну нафиг. А это поеду или нет, братишка? Что-то как-то у меня так-то Мерс на секунду оказался самый медленный. Реально, кому? BMW, что ли? Да. BMW обходит тебя, а тебя, обошла BMW или нет? Так, я пока приближу, ребята, посмотрим. Так, ну пока неплохо, Конечно, я лично на Мерсе не догоняю. Догоняешь, что ли? Да ну. Да, ну не успею, наверное, обогнать. Я догоняю свой Мерседес, ребята. Но... Что? Что он сделал? Что с ним? Куда вы? Что с вами, пацаны? Вы чё? Я был здесь первый. Мерс второй. Да ну, а что это? У тебя третий, четвертый, пятый места, скорее всего. Подожди, они доедут, да? Они доедут. Видимо, колесо. Им колеса пробило, ты понимаешь? Они пробили. Да ладно, видимо, ребята, их реально давление высокое. Ну, BMW почти меня подрезало, понял? Она прям резко передо мной. Я это видел. Блин. А где моя... А твоя формула, видимо, вообще не поехала, потому что, видимо, забагался там бот. Короче, ребята, это 6 плюс 5 Димки, а мне 3... А, нет, 4-3 и 2 балла. И за формулу мы балл не даем, потому что она даже не доехала. Короче, да, друзья, это жестко. Это был наш второй раунд. Идем дальше. Итак, друзья, у нас впереди новенький раунд. Димон, давай, выбирай ты первым себе контейнер один из шести. Откроешь сам или мне себе открыть? Откроешь? Мерседес. Так, там что-то, ребята, видно какой-то кусочек. Давайте откроем шестой, потому что видно буквально было небольшой кусочек тачки. Это Тесла, однако, слушайте. Это прикольно. Это прям такие, друзья, прикольненько. Давай тогда следующий. Подожди, пока не спеши, да. Пока отъезжаю. Итак, открывай себе. Какой ты выбрал себе, скажи. Пожалуйста, еще раз. Давай будет. Открывай, давай. И какой там что-то такое. Какая-то Феррари, ребята, Калифорния, да. Давайте открою себе первый контейнер. И там у нас Вайпер, Додж Вайпер. Слушайте, по идее, неплохо, но даже не знаю, короче. Так, бро, пока выбирай себе, но пока не открывай. А я уже покрасил. Да. Так, у тебя получается прямо сейчас тачка либо 3, либо 4. Выбирай любой. Да пускай 3 будет. Открывай третий. А мне, ребята, пускай там будет очень быстрое что-нибудь. Пожалуйста, ну-ка. О май гад, это неплохо. Это реально это быстро, очень неплохо. Это Хеннесси Веном, друзья. Да, это реально быстро. Итак, что по тачкам? У меня здесь Вайпер, у меня здесь Тесла и Хеннесси. У Димки Мерседес, да, Феррари и Феррари. Ребята, давайте мы их приготовим к заезду. Итак, друзья, мы продолжаем, и сейчас у нас новенький заезд, и я себе взял именно Вайпер, а Димка себе взял, ребята, Мерседес, да, окей.
И также в моей команде, ребят, Тесла и еще Хеннесси есть. Диман, что ты делаешь? Успокойся. Но, дверь, друзья, в комментариях пишите, какая тачка лично вам нравится больше в этом раунде, в этом заезде. И мы запускаем ботов, как стартует один из них, мы стартуем вместе с Димкой. Поэтому, бро, я их запустил и стартуем, как окей. только стартует один из них. И поехали! Полетели. О, какой я шлифун! Не повезло. И мать от Тесла валит. Вот так, а я как-то разгонюсь, мне что по скорости, Хеннесси меня обгоняет. Что по скорости рассказывай. Мы Тесла обогнали. Хеннесси улетает. Хеннесси, да, ребята, 250. Мы... Чего? А что у меня вайпер такой вообще? В принципе, главное, чтобы мы были первые, бро, там говори. Хеннесси будет точно первый, получается. Я буду второй, а Тесла меня пыталась догнать, но сдулась. Она на третьем месте. Фиру обогнать. Тесла уехала влево. Да, но... да ну! Обогнать! Что-то странное было. Тесла реально уехала. Фиру обогнать! Обогнать, обогнать, обогнать! Хотя бы Феррари! Все, я приехал, давай, второй. Давай! Ну! Обогнал! Понимаю! Понимаю! Повезло! Что это было? Вы видели? Ну, у меня, блин, вайпер, конечно, овощ. Он на старте какой-то тяжелый, прям вообще на разгоне очень тяжелый. Но самое главное, что в этом испытании Хеннесси был первым, да, я так понимаю, то есть он 6 баллов первый. Заработал. Хеннесси первый, я второй, да. Хеннесси, то есть мне 6 баллов, Димке 5, потом 4, потом мне еще 3, Димке 2 и мне еще 1 балл в конце, друзья. Как бы да, уж все-таки Тесла как бы приехала, хоть она уехала в сторону как-то странно. Короче, братишки, но да, пока, ну то мне единственное, что вайпер на старте прям был реально овощной, поэтому ладненько, записываем баллы и поехали на новенькое, на новенький раунд. Братишки, ну что же, в комментариях пока пишите, как вам такое шоу, нравится или нет. Если нравится, то оцените это шоу от 1 до 10. Итак, теперь я открываю первым себе, ребята, какой-то контейнер, один из 6. Давайте открою себе номер 3, ребят, контейнер. Так, это будет мой первый, и это... О, май, это Кёнигсек Джеска, братан, это хорошо. Так, а я тогда 6 хочу открыть. Давай, открывай пока себе 6, ну-ка показывай. Опа, га! Рагна, офигеть. Так, 1, 2, 4, 5, да? Угу. Давайте откроем, пускай будет первый, ребята. Первый контейнер. И там у нас скрывается. О, серьезно. Неплохо. Корвет. Это да. Реально очень, друзья, быстрый и заряженный корвет. Так, ладно, бро, открывай себе какой-то. Давай второй сразу тоже открою. Открывай. О, финир, друзья. Вот это, конечно, подборка очень лютая. Так, последний мой контейнер. 4 или 5, да? Эники, Бенники, ели вареники, Эники, Бенники, ели вареники. Короче, пятый мой, твой четвертый, бро. А Туатар окей. мне, ого! А тебе? Формула! Ё-моё, друзья. И это будет интересно, ибо тачки у нас с Димкой реально сегодня заряжены очень крутые. Да, я, давайте наверное. Подготовимся к заезду. Ну что, ребята, это уже предпоследний заезд. И сегодня я поеду на Туатаре, на гиперкаре, потому что уже мне реально пора брать первые места в гонках. Давайте пока тачку отремонтирую, да. Итак, также в моей команде сегодня, друзья, есть вот такой вот Кёнигсек и вот такая вот еще тачка. Что ты делаешь, братан? Еще такая вот тачка. А в команде Димки еще есть Финир и Пагани Рагна. Да ты заколебал. Уйди. Они, все, не подходи ко мне, все, бро, я их запускаю. Короче, все, я их, ребят, запускаю прямо сейчас. И посмотрим, кто стартует первым. Стартуем, бро. О, что? Что это было сейчас? Короче, стартуем за ботом. Поехали. Я не помню, что было. Ну ладно, поехали. Так, я стартую и... Окей. У меня Джеска проигрывает. Офигеть у меня. А нет, это же твой Джеска, это твой да Джеска. Моя Джеска, я да. Пагани Рагна обогнал. Так, давай, поехали. Ну, я еду неплохо, ребята. И... Пагани Рагна пятая, получается. Джеска его обгоняет вроде. Да, так, на самом деле очень неплохо. Не обгоняет, Рагна полетела. Рагна полетела, да, вперед или назад? А Джеска куда-то вправо улетела. Опять, что ли? Да ну! Я финишировал да, первым, понимаю. 6 баллов мне, 5 баллов мне, тебе 4 балла за твою тачку, еще тебе получается 3 балла. А где 2 пас? Они пробили, ребята, у тачек просто пробиваются колеса, понимаете? Ком поехал вообще в сторону. Короче, двое, один мой, один твой не финишировали, бро. То есть ни тебе, ни мне 2 балла и 1 балл мы не даем, потому что 2 машины не финишировали. Да уж, бывает такое, но это был реально крутой заезд, поэтому мы записываем баллы, и впереди уже последний решающий раунд.
Итак, братаны, последний раунд впереди. Теперь Димка опять-таки выбирает себе тачку первым. Поэтому, бро, открывай. Третий пускай будет мне. Открывай, а сам откроешь или мне тебя открыть, скажи, пожалуйста. Я открою. Давай, открывай третий тебе. О, мой мать, гад. Это, 6 баллов моих. Это имба. Давайте мы откроем контейнер номер 4, друзья. Открываем его, и там... Охренеть. Это же... У него что-то потекло, подожди. Что вытекает из него, у него что вытекает, гляньте, что это, блин, такое. Ладненько, короче, это пока моя тачка, да, бро? 1, 2, 5, 6, выбирай себе прямо сейчас. Давай один. Открывай, давай. У меня, кстати, появился, я тут Донимобиль. Да ну, блин. Так, 2, да, друзья, 5 или 6, да? Ну, я думаю, давайте откроем, пускай будет 5-й, бро, контейнер. Мне открываем. Окей. Это, Дракстер к нам подъехали, пацаны. А тогда... Какой? Второй открыть. Второй открывай себе. Что такое, покажи мне. Покажи. Что там есть? Это Камара, кстати. Где? Я его не вижу. У меня почему-то остался контейнер. А, Камара, реально. Окей. И последний мой, друзья. 6-й. Открываем его. И там... Это, ребята, заряжена тачка. Реально пушка-гонка. Итак, это, друзья, у нас есть подборка из 3 тачек у каждого. И у всех у нас Дракстер. У тебя бриллиантовые, друзья. Я пока сейчас свои перекрасил. Крашу и приготовимся к заезду. Ну что, братаны, мы готовы к новенькому раунду. И да, у меня как бы Тесла потекла, поэтому потом ее отремонтирую. Итак, у нас у всех Дракстеры. У Димки это такой вот гоночный Дракстер. У меня это Тесла. Тесла Дракстер. Потом еще такой вот Додж Дракстер, Мустанг Дракстер, Донимобиль и еще, ребята, Камара Дракстер. Короче, прямо сейчас мы эти бота запускаем, пока отремонтирую свою Теслу, ибо как бы она текла. И, ребята, мы запускаем ботов. Когда стартует один из них, мы стартуем вместе с Димкой, поэтому мы их запустили, и бро, готовься, и поехали. Полетели. Камара на дыбках ты поехал, да-да. Хорошо, так, ладно, это, ребята, а Камара что-то гоняет? Или как? Я пока... О, Камарас полетел. Камарас полетел, да? Там мой последний, видимо, да? Давай, Мустанг, давай. Мой последний, Донимобиль, предпоследний. Что да? С Камарасом? Я догнал. Догнал, ребята, перегнал. Отличненько, мои 6 баллов, 5 баллов за еще этот. Тебе 4, 3, 2, и мне, ребята, последний. Ах ты, блин, Дракстер приехал последний, что с ним? Вообще в мясорубку. Короче, ребята, опять-таки, баллы мы записываем. Видите, их на экране итоговые баллы за сегодня. Ну что же, реально была очень прикольная, угарная серия с очень прикольными тачками. Реально очень классными заездами. Собираем 4000 лайков, выходит новенькая серия по этому шоу. А, реально? Всем спасибо за просмотр, да. Всем удачи и всем пока. Пока, ребят.